Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем прохождение игры Assassin's Creed Unity на канале Железное Сердце. Бег. Удерживайте R2, чтобы использовать спринт и автоматически прыгнуть. Так, удерживайте R2 и крестик, чтобы выше и дальше. Удерживайте R2 и нолик, чтобы совершить контролируемый спуск. Ну, это подсказки того, чего мы научились в прошлой серии. Так, нам надо вернуться в поместье, видимо. Ты-ты-ры-ты-тын. Так, а это куда нам? Покуда хошь, туда и вали. Пойдем медальки собирать, что ли, тогда? Темнеет. Страшно. Побежали. 40 метров. Вот она. Штука эта. Где она? Зря мы спустились. Так, ключевое задание. Датчик прогресса. Сюда нам. Ну, а если по пути мы встретим что-нибудь интересное, мы будем обязательно, конечно, останавливаться в этом большом открытом мире. Полкилометра бежать по городу. Парижу. Месье, ты не мин спас менжур. Как-то так. Чё хочем-то творим? Эх, молодо, зелено. Бум-бум-бум. Революционная тема тут поднята очень широко. В этой части. Праздник какой-то. По вечерам тут устраивают, видимо. Не, ну нормальный человек разве будет по крышам бегать, а? Все пипец. Ух ты! А чуваки как сидели, так и сидят. Ладно, пойдем по улочке уже. Чего уж тут. О, сундучок. Про твою душу Арно его оставили. Следовало ожидать, он на крыше. Очень многое спрятано на крыше. Так. Блин, пока и найдешь каждый сундучок прям. Где мой сундук? Вот он. Открывайся. Так, это что за буковка F? Ну-ка. Что такое? Взаимодействовать, ну-ка. А, это магазинчик просто. Лекарства тут можно купить, всякую фигню. Окей, это нам пока не надо. Нам не грозит. Так, а это что такое? Стрелочки какие-то. Правая башня. Тут я могу перемещаться, видимо, быстро между башенками.
По пиктограммке можно догадаться, называется. Так, спокуха, люди, я тут живу. Вечерело называется. Большое общество. Играем. Это задание будет доступно после установки игры. Да. Что ж, давайте пока еще что-нибудь поисследуем. По-быстренькому. Сундучки найдем в домике. Что нам скажут про них? Кис-кюсе! Скачивание очень медленное у этой игрухи, я вам могу сказать одно. Просто неимоверно медленное. Я за двое суток скачал всего лишь порядка 10 гигов. 15 гигов. За двое суток, вы представляете? Так, вот он наш первый сундук. Открывайся. Так. Еще один сундук где-то. Так, где-то. Вот он, еще один сундук. Выполнить задание Нормат в приложении Companion Assassin's Creed единство, чтобы открыть этот сундук. Да уж. Ну что ж, подождем. 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 Блин, уже дождь пошел, ну вообще замечательно просто. Типа, чтобы сильно быстро игру не пробегали, все-таки подождали скачивания. Так, ну ладно. Ждем. Добрый вечер, Оливье. Месье де Лассер дома? Господин де Лассер, сегодня будет поздно. Ясно. Значит, пока что поговорю с Элизой. Очень в этом сомневаюсь. Мадмуазель сейчас на званом вечере, в ее честь. А во дворце? Званый вечер? Меня не позвали. Да, и лошадей тоже. Уверен, Элиза просто забыла. Ну да ничего. Так, а поздно это когда? Через час или через три, или может завтра. Я не задаю лишних вопросов господам. Что ж, подожду здесь. Да, прошло более чем много времени, пока у меня наконец-таки эта игра слилась. 40 гигабайт, и мне заняло это 2,5 суток. Пока вот эта вот вся дрянь не загрузилась. Конечно, это отстойно. Предзаказ в итоге потерять 2 дня на том, чтобы... наконец-то докачать контент игры. Ну, тем не менее, я полазил энциклопедию, теперь знаю, что такое сословие первое, третье там и так далее. Что-то все мигает. Интересно. Перелив какие-то. Так, тут, наверное, что-то ключевое. Читать. Мемуары господина Д'Артаньяна. Это Элиза. Может подсунуть под дверь? Он увидит письмо, как вернется. Так. А тут что за книжки у нас? «Мир» или «Трактат о свете» Декарта. Я так и не дочитал.
Читали мы. Также рассказывается в энциклопедии о том, кто такой вот наш герой, откуда он взялся. Трагедии. Слишком мрачно. Вот хотелось бы отметить юморец, в котором описывается в энциклопедические вот эти познания все. Так, где они у нас? База данных. Вот, допустим, вот эти вот мишеньки, которые, я так думал, что какие-то мишеньки, на самом деле это кокарды. То есть круг из ленты, который обычно носит на шляпе. Революционная кокарда состояла из цветов современного флага Франции. Синего, белого и красного. Это сочетание иногда называют триколором. Вот я их несколько штук набрал. Король умер, а символ живет. Также хотелось показать вам вот люди. Те самые... Виктор Арно родился в семье Шарля и Мартина Дориана в 1768 году. Большую часть детства он провел в путешествии по Европе и Северной Африке вместе с отцом. Мать ушла из семьи из-за философских различий. Короче, отец у него был темплиером, из-за чего, впрочем, он во дворце и пострадал. Вот и усыновил его, как мы ожидали, отец вот этой самой девочки Элизы. Ну, тут рассказывается о группах, вот третье сословие, что такое Генеральные Штаты. Это в марте 1789 года во Франции состоялись выборы 578 депутатов. Те решили, короче, что они теперь будут управлять сами. В общем, никто им не нужен. И вот как делись сословия. То есть первое сословие это считали духовенство и вторым знать, а третье это входили все остальные крестьяне там. Полуфабрикаты, ремесленники, все, в общем, все такое. Это составляли они 96% населения. Вот они придумали, что давайте-ка мы захватим, возьмем власть в свои руки, короче, типа нам нерелигиозные деятели, никто, короче, не нужны, мы будем сами управлять страной. Достаточно хорошим юмором написано, то есть я не потерял два дня игры, я хоть что-то нового освоил. Также там рассказывается о Версале, оказывается, целая деревня Версаль в пригороде Парижа была. Там Людвиги себе построили замки, все остальное. Все это, в общем, можно почитать. Если интересно, пишите в комментариях. Поговорим об этом побольше, а пока идем по сюжету. Ну вот, письмо на месте. Пусть и поздновато. А теперь во дворец. Фу. В таких лохмотьях и в канаву стыдно. Не то что на бал. Постой, друг мой. Дай-ка я отнесу. О, спасибо, юноша. Максимилиан Робеспьер. Один. Арно. Шевалье из Телемы. Ваше приглашение. Ах да, оно у меня было, но по пути... Без приглашения не велено пускать. Отойдите. Следующий. Шарль Габриэль Сивер. Два гостя. Следующий. Запрет на Аздон. Ставьте письмо, но это я уже знаю. Толпа. Да уж. Ну пойдем, вроде не попалимся мы что-то. Попремся мы к стражникам, что-то попремся. В толпе смешаемся потихонечку, все. Тогда ненадолго, просто из вежливости. Так. Я устал. Пойдем.
Кто-то меня увидел. Черт! Уйди! Че я в толпу попёрся? Какая толпа? Аккуратненько, аккуратненько. Палимся, запалились. Тихо, уходим, уходим. Типа ушли. Так, ну и что это мне дало? А, вот открытые окна есть. Прекрасно. Значит, надо залезть на стены. Давай вот тут залезем. Чпок-чпок. Ой, елки, распрыгался. Почти пришли. На одну. Пойдем. Кончик. Кошечки. Вон она, кошечка, есть. Прав 2 метра. Ну куда ты ж полез-то, а? Не ищут легких путей совсем, обезьян. Так, давай. В бок, прыгай. Молодец. Вот она и наша кошечка. Умал. Да елки, что ж за бомжар это такая? Л2, чтобы влезть в окно. Так, охрана. Народ уже хватается за оружие, а у них тут прием. А в честь чего нынче прием? Так, скрытое перемещение. Нажмите Л2, чтобы передвигаться скрытно. Так, ну я уже вроде... Какая там церемония для дочки месье де ла Сера? Так. Ай, прикольно. Эти укрытия. Мне он туда надо. Скрытно, незаметно. Скоро смеем, а?
дальше-то бежать? Выглядьте. У него башмаки дороже моей халупы. На балкон, что ли? Буду через балкон, правда, что ли? Замешкался. А вы меня тогда впустите? Что? Конечно, нет! Тогда, раз уж вам все равно, я останусь здесь. Прикольно. А что, я по балкону ж поэтому прыгал, тут закрыто было. Так, найдите Элизу. Будем искать. Встретимся в саду позже. Хотя на Элизу не похоже. Ты Лиза? Сегодня удался. Видимо, нет. Окей. И привлекая внимание потихонечку. О! Потанцуйте со мной, красавчик. Спасибо. В другой раз. Так, куда она делась-то? Доступ в базу данных. Так, почитаем. Лиза Даласер. Единственная дочь Франсуа и Жюли Даласер. Элиза выросла в небогатой, но чрезвычайно привилегированной семье аристократы на закате своего старого режима. Имели лучших учителей, лекарства, пищу. После смерти матери в 1777 году Элиза много путешествовала. Провела несколько лет в Париже. Знатных кровей тоже. Болтают тут тоже чудо. Чего вы ждали? Она же дикарка. Я не позволю оставить меня в дураках. Красавчика. Бегать нельзя. И бежит. Она совсем не меняется. Да, в детстве тоже бегала. Теперь все по-взрослому будет. Оба. Кажется, этот переполох из-за тебя. Ну что сказать? Твое пагубное влияние. Ну да, под стать твоему. На тебе костюм моего отца. А на тебе платье? Не начинай. В нем и пошевелиться уже подвиг. Что ж, значит, нашелся какой-то веский повод? Да нет же. Если честно, сплошь формальности и чванства. Ужасно. Раз не приглашаешь на прием и меня, страдай. Я пыталась, но отец был против. Отец? А ну, откройте! Кто там? Беги, я отвлеку их. Что? Ты меня гонишь? Все не так просто. Объясню позже, а пока удирай. Ну нет, второй раз, как тогда в саду, у тебя не выйдет. Прекрати ребячество. В этот раз сторожевых собак нет. Беги! Боже! Так это вовсе не бильярдная. Да ёлки. Верно? Теперь убегать надо. До сих пор еще учат, как управлять этим героем. Так, и куда мне идти-то? Сюда. Его бы там караулить, но нет. Просто глупо. Сколько никого тут нет.
Вот это их тут натыркали. Её добежать нет. Да сколько ж вас тут? Кто вообще сюда придет? Могу спорить, опять блевоту богачей с башмаков оттирать. Вечно недовольные. Почти ушел. Тихонько, тихонько. Что с вами? Слишком много шампанского? Месье? Месье де Лассе? Месье де Лассе! Север, уходи! Стража! Сюда! Убийство! Сейчас еще меня обвинят, что ли? Он убил месье де Лассера. Вот это да, воспоминание завершено. Ну что ж, дорогие друзья, затянули мы прохождение третьего воспоминания. Ну, это не по нашей вине, просто сильно уж долго скачивалась игра. Ну а теперь, видимо, что-то будет. Ставьте пальцы вверх, продолжение следует. Всем пока. Magic people, voodoo people.